is Sergey, and today here is Vlada, our female member. Her number of profile is 407, and Vlada is here to tell a little about herself and answer some questions that we have for her. So, Vlada, can you please tell a little about yourself? Where are you from? What are you doing? What's your story? Расскажи, пожалуйста, чуть-чуть о себе, откуда ты приехала, чем занимаешься, свою историю о себе расскажи. Зовут меня Влада. Я родом из города Бердянска, это на юге Украины. Родилась на море, там где жарко, пляж, море. Я выросла там, закончила школу, университет и работала там же. Пару лет назад приехала в Харьков. Сейчас я работаю, занимаюсь, так как я человек творческий, я занимаюсь прическами, красотой, создаю красоту. Еще занимаюсь боди-артом, я рисую очень красиво. Также еще я занимаюсь, кроме причесок таких, там, свадебных, на праздники, еще косички плету, то есть на каждый день прически всевозможные, всегда занимаюсь творчеством, во всем создаю красоту. Спасибо. Why are you looking for a man abroad from another country? Почему ты ищешь мужчину за границей? Я решила обратиться в это агентство, так как я считаю, что это серьезная организация. Почему обратилась? Из-за того, что очень много времени уходит на работу, и, к сожалению, у меня нет такой возможности ходить, общаться, встречаться, знакомиться. Практически все время я работаю. А здесь я считаю, что мне могут найти достойного человека, который будет соответствовать моим требованиям, то есть он будет настоящий мужчина. То есть здесь смогут мне найти хорошего, достойного человека по жизни. Спасибо. How do you see the woman's role in a family? Как ты видишь вот роль женщины в семье? Что должна делать женщина? Как она должна следить за домом, за уютом в доме? Женщины очень ответственная миссия. Женщина, на женщине все стоит, весь дом. Она должна, прежде всего, ухаживать за домом, чтобы всегда мужу непосредственно очень хотелось возвращаться домой, чтобы всегда было уютно, комфортно, тепло, очень вкусно всегда, чтобы муж приходил с работы, жена его вот встречала, так ему улыбалась, хорошее настроение ему дарила, чтобы вкусно его кормила, заботилась о нем, так как у него на работе много ситуаций происходит, много проблем, и он нуждается в поддержке жены, поэтому женщина должна его заботиться о нем, и чтобы он всегда был в хорошем настроении, поддерживать его во всем. Спасибо. How do you see the relocation to another country from Ukraine? You are here to find a man from another country and you will be changing the place of living. Вот, как ты думаешь, представляешь себе переезд в другую страну из Украины, потому что здесь ты ищешь мужчину из другой страны. Как ты себе это представляешь? Я об этом неоднократно думала. То есть, естественно, обратившись в это агентство, я понимаю, что это будет человек за границей, да, и мне предстоит переезд, естественно, я об этом думала. Для меня это не составит никакой проблемы, это будет, я думаю, очень легко. Но, в принципе, я такой человек легкий на подъем, и, например, если, когда я жила в своем родном городе, и я решила переезжать, это для меня не составило никакой трудности, для меня это очень легко.
а тем более, если с мужчиной будет взаимопонимание, и мы будем поддерживать друг друга, то я думаю, что это еще в два раза легче все пройдет переезд в другую страну. Хорошо, спасибо тебе большое за историю. So this was the story of Vlada 4407, is the number of her profile. The link to her profile will be under this video. Also, please click like and subscribe to our channel to see more videos about Ukrainian ladies. And see you in the next video. Thank you very much.